Здравствуйте, вы смотрите «Действующие лица», и я Артем Никитин. Есть радостная статистика, которую особенно приятно привести в День семьи. В России наметилось устойчивое снижение количества сирот. Вот сейчас их около 84 тысяч во всей стране, а, например, в 2011, 4 года назад, их было 126 тысяч. То есть вот какая динамика. Довольно большая цифра снижения. И сегодня в День семьи, День семьи – это 15 мая, международный праздник, у меня в гостях Наталья Некрасова, начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара. Наталья Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, интересно, первым делом в Краснодаре этот подтверждается статистика? Вот смотрите, каждый год число сирот и тех, кто остался без попечения в России, снижается на 10-12 тысяч. Это ведь хорошая цифра, да, если их всего там 80. Вот подтверждается ли это в Краснодаре? В городе Краснодаре примерно в течение 3 лет сохраняется устойчивая тенденция к сохранению, примерному сохранению численности детей, оставшихся без попечения родителей. На том же уровне. И сколько это? Но в прошлом году у нас выявлено 175 детей, оставшихся без попечения родителей, я имею в виду только город Краснодар. Позапрошлом году таких деток было несколько меньше. 159. Ну вот где-то в этих пределах, и нужно учитывать то, что количество детского населения в городе Краснодаре постоянно увеличивается. Mm-hmm. Если сравнить, например, 4 ближайших года, то количество детского населения увеличилось с 110 тысяч до 190. Ну, почти в два раза. Да, это и на этот показатель влияет и миграция, которая существует в Краснодарский край. У нас прибывает, мы даже видим по количеству приемных семей, по деткам, которые из других регионов, достаточное количество. И если в прошлом году у нас прибыло из других регионов всего 14 семей приемных, которые воспитывают деток, оставшихся без попечения родителей, то в прошлом году таких семей было уже 40. Интересно, получается, что увеличение общего количества детей, так скажем, эту цифру сравнивает. Да. По идее, вот, должна была она расти бы, да, ее удается удержать. Да. Это интересно, но вот что еще пишут статисты? Пишут, что это не за счет усыновлений, не за счет того, что больше людей приняли в семьи сирот, а за счет того, что вот меньше стали бросать. Вот эта статистика подтверждается. Вообще, откуда появляются сироты сейчас в Краснодаре? Это больше вот те, кого бросают или лишают родительских прав? Угу. В чем самая большая проблема? Вы знаете, наибольшее количество детей, которые остались без попечения родителей, это по причине лишения родительских прав родителей, либо нахождения родителей в местах лишения свободы, либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующим. То есть все социальные проблемы, которые существуют в семьях в целом по России и у нас в городе, они способствуют тому, скажем так, что детей, оставшихся без попечения, становится больше. То есть чаще отказы по собственному желанию? Нет, если отказ по собственному желанию, это тоже ребенок, оставшийся без попечения родителей. Сиротой считается только тот ребенок, у которого умерли родители, либо умер единственный родитель. Вот если говорить о статистике этого года, она практически сохраняется на том же уровне, что и в прошлые, то в настоящее время выявлено 48 детей, и из них всего 6 – это те, которые являются сиротами, а все остальные – оставшиеся без попечения родителей. То есть это те причины, на которые может влиять общество, на которые могут влиять органы системы профилактики. Если речь идет о лишении родительских прав, то надо рассматривать это как крайняя мера при работе с семьей. Крайняя мера воздействия на родителей, которые не выполняют должным образом свои обязанности. Вот усыновление – это ведь довольно серьезный поступок. Поступок всей жизни, скажем так, для многих людей. Многие ли решаются на это? У вас больше спрос или предложение, скажем так? Больше вот детей, которые ждут свою семью, или больше, или очередь?
Вы знаете, у нас существует и очередь, ну прямо так скажем, нельзя таким банальным словом это назвать. У нас есть люди, которые ожидают своего ребеночка в семью, их достаточно много, и количество их растет. Вот если в прошлом году мы приняли на учет таких людей 135, то, позапрошлом году, то в 2014 их было уже 152. И в этом году достаточно людей обратилось к нам в поисках ребенка своего на различные формы жизнеустройства. Ну, например, может быть и усыновление, и создание приемной семьи, и опека. Вот таких людей достаточно много. Почему же у нас до сих пор остаются еще дети не в семьях? Да, вот, к сожалению, желание родителей не совпадает с возрастом, ну, с какими-то характеристиками ребят, которые ждут свою семью. Обычно семья, которая желает усыновить ребенка или взять его в приемную семью, желает взять малыша совсем маленького и только что рожденного, без отклонений в развитии. И такого, у которых не будет родственников, не будет никаких родственных связей с тем, чтобы в будущем не иметь какие-то проблемы. Кроме того, даже учеными доказано, что если в семью попадает ребенок младше 9 месяцев, то он со временем становится физически похож на родителей своих. И кроме того, он перенимает все привычки родителей. И, в общем-то, вряд ли кто отличит ребенка, который в раннем возрасте попал в семью, от ребенка неродного для этих, некровного для таких родителей. Поэтому очень много людей, которые у нас ждут именно таких деток. Но, к счастью или к сожалению, таких детей тоже достаточно мало. Если говорить о статистике этого года, то всего 15 детей у нас остались при рождении без родителей. Это когда мама отказалась, она единственная, ну, женщина отказалась от ребенка в доме, или родители оба отказались, так как испугались каких-то трудностей, которые возникли при рождении ребенка. Вот, а те детки, которые выявлены уже в довольно взрослом возрасте, ну, прямо так скажем, от 7 лет, тех берут в семью очень неохотно. Мы спросили прямо на улице, застали врасплох краснодарцев, да, и спросили, готовы ли они взять в свою семью ребенка. Давайте посмотрим, что они ответили. Я бы всех удочерила и усыновила, насколько это возможно. Ну, дети – это радость, это счастье. Нужно, чтобы он почувствовал себя дома. Это в первую очередь. В безопасности, спокойствии. И, может быть, после этого нужно оградить его любовью. Наверное, нет. Почему? Большая ответственность очень. А потом, когда есть свои, еще тяжелее. Люблю детей. Поэтому. Любят детей. Бабушка любит детей. Да. Вот. Поэтому, наверное, смогла бы. Конечно, это очень тяжело, ответственно, рискованно, но игра стоит свеч. Наверное, я не созрела для того, чтобы удочерить или усыновить. Вот недавно как-то передача была, и ребенок был, в общем-то, брошен. И как-то у меня такое желание закралось, что если бы мне было бы на некоторое время меньше лет, я бы, может, рискнула бы сделать такое, чтобы ребенка взять в семью. Все зависит от финансов, конечно, в наше время. Но чисто по душевным каким-то, конечно, думаю, что да. Человечка нужно воспитать, если родители его бросили. Поэтому жизнь, она одна. Нужно сделать помощь близким. Протяни руку, и дающая рука не скудеет. Вот смотрите, насколько открытые люди. Большинство действительно внутренне, душевно готовы к этому. Мы очень рады этому. Вы ожидали такого результата или вы ожидали обратно? Вы знаете, в принципе, этот результат ожидаем.
Сейчас очень много говорят о различных формах жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, и с помощью телевидения, каких-то публикаций в газетах, журналах. В общем-то, опыт позитивного родительства и опыт приемных родителей, он распространяется. Практически детских домов-то в Краснодаре уже и нет. Совершенно сколько верно. У нас детей? Один всего лишь детский один. Дом. Детский дом рождественский при храме Рождества Христова. И там всего 18 ребятишек 18 детей из города Краснодара, да, которые воспитываются в этом детском доме. Но и по краю таких учреждений осталось очень немного. Каждый ребенок, мы каждого ребенка стремимся передать в семью, причем для каждого ребенка ищем семью подходящую в соответствии с его характером, с характером ребенка, с его привычками, если он взросленький. Мы получаем сведения из детских домов, края, где находятся наши ребята, рассказывают детские дома мальчики или девочки, которые там воспитываются, об особенности его поведения, о том, чем он увлекается. И смотрим, одному ребенку нужна семья интеллигентная, которая проживает в многоквартирном доме, а другому нужна больше общение с природой, на земле он должен жить. Все эти факторы учитываются. Наверняка есть довольно сложная процедура оформления. Мы вот так визуально прошли ее, и у нас будет об этом сюжет. Сейчас я хочу показать тех людей, уникальную, наверное, семью, которая более 20 детей установила вот за все воспитала, это. Воспитала. Воспитала, да. Воспитала, приняла в свою семью, да, и да, старшим да. уже около 40 лет. Давайте да. посмотрим. Как они живут? Семья наша краснодарская. Мама Галя успевает везде. И обед для большой семьи сварить, и в доме порядок навести, и домашнее задание у младших детей проверить. В ее большой семье всегда найдется чем заняться. А младшие дети помогают маме по хозяйству. Вместе шагать и сидеть за столом, вместе играть, убирать чудный дом, вместе готовить и вместе шутить, если придется, всем вместе грустить. Радость и горе делить пополам, счастья желать всем родным и друзьям, умным быть и здоровым быть – это и есть наш семейный девиз. Саша, Вероника и Карина – приемные дети в семье Костиных. Помимо них, у Галины и Владимира таких детей еще 15. Брать на попечение ребятишек из детских домов супруги Костины стали еще в 90-м году. И это при том, что у них уже тогда было трое своих кровных детей. Сначала помогали, чем могли, одному из детских домов в сибирском городе Сосногорске, где и жила семья долгое время. Там же взяли своих первых приемных детей, сестер Ирину и Анну. О том, как появлялись дети в семье Костиных, супруги рассказывают с особым трепетом. Кто-то привязывался к ним с самого начала еще в стенах детского дома. С кем-то знакомились в больнице при случайных обстоятельствах, а кого-то даже находили новорожденным в бараках. Судьбы этих маленьких детей, возможно, сложились бы совсем иначе, если бы не воля случая. Больше ревновали приемные. Я не видела ревности у родных. Я не знаю, почему я ее не видела. Но я думаю, что все-таки она где-то там была, потому что, ну, не может. Вот, понимаете, вот сейчас они уже взрослые, да? И они мне как бы... Однажды мне дочка сказала, потому что как бы вот у меня дети учились все хорошо, и все говорила, вот закончишь 8 классов, я куплю тебе сережки там, вот закончишь там, я тебе куплю то-то, да, но типа вот покупала, такая вот я была, да, а тут было по-другому немножечко, ну вот я, понимаете, закончила у меня ребенок 8 классов, я купила ей сережки, а тут Ире 13 лет, смотрит и чуть ли не плачет, ну, муж говорит, ну что делать-то, надо, говорит, покупать. Вот тут, оказывается, был момент такой, что, значит, мне-то вот за это, а ей-то вот просто так. Таких историй было множество. Каждый ребенок требует особого внимания и заботы. Каждому нужен индивидуальный подход, говорит Галина. Ребенок, по ее словам, это чистый лист бумаги, на котором родители прописывают его судьбу. Но вот только если кровные дети рождаются без рисунков, то приемный ребенок приходит в семью уже с определенными набросками. Как справиться с трудностями в отношениях с такими детьми? Готового ответа нет. Знания Галина черпала из книг. За эти годы она уже стала профессиональным педагогом-психологом, хотя по образованию – электрик. Первое, что мы требуем от детей – это учеба. Потом это быт. Потом это, значит, следить за собой обязательно. А некоторые же дети, у нас был мальчишка,
который, когда его вели купать, знаете, как он орал, соседи прибегали. Мне нельзя мыться. Мне папа сказал, что мне нельзя мыться. То есть, понимаете, не что уж там было с ребенком, такого в 5 лет ему было, что его пришлось долго приучать к тому, чтобы он просто с собой следил. А тут история есть. Есть такая история? Да. А ну-ка рассказывайте. Вот, когда вот, мы, бывает плохо, по-моему, в ванну, то вот мама придет, проверит, ну там покажет, наругает нас и говорит, потом перемывать. Ну, справедливо ругает? Да. То есть просто... вы на самом деле, да, плохо помыли ванну? Да. За просто так не ругают. Большая семья Костиных в этом году отметит свой 44-й день рождения. За это время Галина и Владимир подняли на ноги и воспитали 21 ребенка. Самой старшей дочери 40, а самой младшей 10. За большой труд и вклад в воспитание детей Галину и Владимира Костиных не раз представляли к различным наградам. Одна из последних – орден святого царевича Дмитрия. Награду супругам вручал сам патриарх московский Алексий II. Как принять в семью ребенка, мы покажем. Наш корреспондент прямо прошла поэтапно все эти этапы и покажет прямо документы, которые нужно оформить. Вернемся к этому буквально через минуту, к нашему разговору. Оставайтесь с нами. Итак, День семьи, 15 мая, международный праздник. И в гостях у меня Наталья Некрасова, начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара. Наталья Ивановна, мы посмотрели сюжет о прекрасной семье. Вот мне интересно... Вот там такой дом красивый, большой, и обустроен, видно. Государство чем помогает? Сколько за одного ребенка получает такая семья? Действительно, приемные родители – это опекуны на возмездной основе. То есть они за каждого ребенка еще получают денежное вознаграждение за его воспитание. Угу. Что касается опекунов, это другая форма жизнеустройства. Опекун обычно является членом семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей. Опекуны получают только деньги на содержание детей. А вот приемные родители, они получают и вознаграждение, и деньги на содержание детей. В зависимости от того, какой возраст ребенка. Если ребенку меньше 3 лет, то это вознаграждение на 10% больше обычного. Ну, если скольки, это, до скольки, вот если это ребенок инвалид, то или с отклонениями в развитии, то приемный родитель получает на 60% больше. И кроме этого, он и вознаграждение получает на 60% больше. В среднем, если говорить, в сумме и вознаграждение родителям, и деньги на содержание около 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Приемным родителем может быть или мама, или папа, или оба родителя. В этом случае, когда оба родителя, вознаграждение и деньги на вознаграждение, и деньги на содержание детей делятся на двоих. Но сумма вот эта одна фиксированная. Но я хочу сказать, что у нас в городе Краснодаре 295 приемных семей вот на сегодняшний день. И мы могли бы продолжить рассказ о приемных семьях. Вот мне тоже очень нравится семья Костиных. У нас таких немало. Среди наших приемных семей есть и другие семьи. Одна из них тоже многодетная, в которой сейчас воспитывается 8 детей. Они являются победителями всероссийского конкурса замещающих семей в 2013 году. Тоже замечательная семья. У нас есть семьи, которые многодетные, которые также в течение нескольких лет, многих лет, воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей, выпускают их в жизнь достойными людьми и берут снова деток. Устоявшееся такое мнение, что взять приемного ребенка довольно сложно. Вот сейчас мы пройдем этот этап на экране, а потом вы скажете, правильно ли все сказали. Хорошо, спасибо. Первая инстанция, куда обращаются потенциальные родители, чтобы взять ребенка из детского дома, это школа приемных родителей. Она в Краснодаре находится на Офицерской, 50. Сюда нужно прийти с паспортом и записаться на обучение. На курсах объяснят, как ладить с приемными детьми и помогут разобраться в сложных ситуациях. По окончанию обучения выдается сертификат, который поможет повысить шансы на пути к заветной цели – стать приемными родителями. Следующий этап – обращение за справками.
В местном отделении полиции вашего округа нужно взять справку об отсутствии судимости. У врача о состоянии здоровья, а на работе стандартную, о доходах. Также понадобится копия паспортов всех членов семьи. Весь этот пакет документов необходимо принести в управление по вопросам семьи и детства на Кузнечную 4. И тут начинается, пожалуй, самое главное. Комиссия оценивает материальный достаток и жилищные условия потенциальных родителей. Эта процедура займет не более недели. После успешного прохождения этого этапа родителей ставят на учет. И начинается так называемый период ожидания своего ребенка. По желанию супруги в заявлении могут указать условия по выбору ребенка. Это пол, национальность, возраст и состояние здоровья. Когда родители находят своего малыша, управление по вопросам семьи и детства готовит пакет документов на ребенка. По времени это займет около 4 дней. Все верно здесь рассказано? Да, все верно. Сколько времени обычно вот полностью занимает процесс от решения самого родителя, от его инициативы? Вы знаете, очень индивидуально. Есть люди, которые ждут своего малыша в течение года. Мы предлагаем деток по их желанию. Они смотрят. Перед тем, как взять ребенка в семью, надо с ним познакомиться. Поэтому управление выдает направление на осмотр ребенка, допустим, находящегося в доме ребенка. Семейная пара или, кстати, и женщина одинокая, и мужчина одинокий тоже может быть претендентом, стать усыновителем или приемным родителем. Выдается направление или одному родителю, который желает стать приемным, либо двоим. Люди знакомятся с этим незнакомым малышом. Может быть, с первого взгляда они не понравятся друг другу. Или, ну, если говорить о маленьком ребенке, то тут в основном желание приемных родителей будущих. И такое может быть. Они продолжают состоять на учете, и мы им будем предлагать детей по, ну, по их желанию. Вот, допустим, остался без попечения родителей малыш, мы предлагаем его потенциальным приемным родителям. Не ёкнуло у родителей сердце, считают они, что это не их ребенок, ждут своего следующего. Этот период ожидания может продлиться довольно долго, но это все будет по согласованию и по желанию с приемными родителями. А есть такие судьбы и приемных родителей, и деток, которые сразу находят друг друга. Не могу сказать, что девочки, новорожденные, славянской национальности, девочку можно в семью получить сразу, потому что такие детки почему-то востребованы. А вот если, допустим, люди выбирают ребеночка или в своих желаниях пишут, что хочу ребенка кавказской национальности, может быть, они сами имеют какие-то национальные признаки или корни национальные, и появляется такой ребеночек на свет, мы им предлагаем такого ребенка, и период ожидания у них гораздо меньше, чем у других. Если не возражает взять семью инвалида, ребеночка, или ребенка с отклонениями в развитии, или ребенка старше 7 лет, то этот ребенок может попасть в семью достаточно быстро, по желанию родителей. Это проще. Ясно. И последний вопрос, осталось буквально 30 секунд. Как вы думаете, вообще вот в ближайшие 5-10 лет можем мы вообще от детских домов избавиться вот при таких темпах? Можем. Можем избавиться. Сейчас в крае наш край очень благоприятен для развития института приемного родительства. Даже есть по дармовирам деревня специальная, где построены дома для того, чтобы желающие люди, если даже не имеют своего здесь жилья, могли переселиться туда и воспитывать детей вот в такой большой семье. Спасибо огромное вам за оптимизм и за вашу работу. Такую спасибо. Добрую. С днем семьи. Спасибо. В гостях у меня Наталья Некрасова была, начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара. Увидимся в программе «Действующие лица». До встречи.